неинтересно. Смотреть неинтересно. Я уверен, что мое интервью будет тоже неинтересно. Вы считаете, это зависит только от нас, телевизионщиков? Ну, кого же еще? Просто у нас нет профессиональных журналистов в стране. Ну, во всяком случае, очень мало. Вот, поэтому разговаривать с вашими коллегами крайне скучно. Потому что вопросы все одинаковые. Вот, отвечать на них в сотый раз уже надоело. Ну хорошо, телевидение неинтересно, а кино? Ну, кино интереснее. Потому что там вопросов не задают. Это нужно принимать насчет исключительно телевидения или, может быть, все-таки насчет усталости всей прессы. Абсолютно насчет всех журналистов земного шара. Понятно, хорошо. Но все-таки я рискну. Маленький первоапрельский блиц-опрос. Может быть, я повторюсь в тысячный раз вопросы, которые вам задавали. Тем не менее, скажите, ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. Что из него получалось? Все. Стоит город большой, там горят фонари, и машины гудят, а над городом ночь, а над ночью луна. Горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить нет уже, так откуда взялась? А вокруг благодать, ни черта не видать. А вокруг красота, не видать ни черта. И все кричат «Ура!», и все бегут. Стоит